Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Немножко пройдем по нашей клумбе. У нас есть для вас один сюрприз. Ну, сначала, конечно, все красиво. Вы видите, вот желтые, фиолетовые цветы, ромашки, капуста вот наша. Помидорчики вот уже поднялись. Вот тоже желтые цветы. Лилии скоро цвести будут. Вот они, мои астры, которые я сажала, они очень долгое время поднимались. И вот так вот продвигаемся и видим вот это вот. Мы сразу не сообразили. Я думаю, ну, может, ветер был, куст такой был большой, и, может, ветром его поломало. Но вот здесь герань садовая. И вот посмотрите, этот кустик нормально, а вот этот также примят. У нас создается впечатление, что кто-то шел и упал в этот куст. Но по-другому быть не может, потому что вот так он как-то стоит разваленный во все стороны. И человек то ли лежал тут, выбирался, то ли нам вот непонятно. Может, собака. Но не может ветер так вот именно вот этот куст и вот эту вот герань. А тут все нормально. Но если ветер, он все кусты повалит. Ну, в общем, у нас приключение за приключением. И вот такое вот не очень эстетичное зрелище из нашего вот этого куста. Может быть, кот, который здесь время от времени валяется. Да, кот, наверное, 1,70 м, 1,80 м точно. Ростом, потому что вот как-то вот посередине я вижу вот такая вот лунка. Видеть не видели, утверждать со 100% уверенностью не будем. Ну вот показываем, как оно есть. Ну, здесь у нас львиный зев посеян, бархатцы, пион, конечно, уже отцвел, хризантема. Вот у лилии такие уже бутоны. И вот сейчас немножко дальше пройдем. Вот эту розу, которую мы снимали, она отцвела. Новых бутонов пока я не вижу. Так, тли у нас нету. Это хороший уже знак. Так, вот здесь я еще посадила бархатцы, которые я... О, астры, прошу прощения, которые я выращивала из семян. Называется яблоневый цвет. Вот две штучки, но так как недавно посадила, они еще вот такие прижухлые. Вот так у нас разросся куст хризантем, это шаровидная. И вот сейчас немножко сюда пройдем. И вот у нас вторая роза. Я купила две розовые, они немножко отличались по цвету, ну и форма даже немножко отличается. И вот здесь вот бутончик будет. Но с виду все нормально, тли я не вижу. Ирисы у нас отцвели, я их уже обрезала. Теперь, если будут подсыхать, я их буду немножко подрезать. В середине клумбы у нас там перец посажен. 5 или 6 лунок мы с перцем сделали. Вейгала уже отцветает. Теперь уже до следующего года. Так, вот здесь пройдем немножко. Вот хоста. На той стороне у меня у хосты большие листы. А здесь вот какая-то она остроконечная, узкие листы. Это гортензия будет у нас. Скоро уже соцветия появятся. Дельфиниумы. Вот капусту цветную я посадила на клумбе, на общественной. Нормально все с капустой у нас. Прижилась она. И вот здесь немножко фиолетово-желтых цветочков. Помидорки наши. Ну, пока что все выглядит вот так. Потому что одна часть растений уже отцвела цветов. На смену подходят другие. Вот дельфиниумы расцветут. Вы видите, скоро уже дельфиниумы зацветут. Лилии зацветут. Может, розы будут больше цвести. Ну и появится уже у клумбы новое лицо. Немножко по-другому она будет выглядеть. Ну и вот по центру это наш страдалец куст.
чего ему так не повезло, не знаю. Но если даже кто-то и упал, ему повезло, потому что здесь земля мягкая. А если бы он не рассчитал и упал, например, вот здесь вот. Здесь барбарис, который колючий. Вот здесь бы уже было бы травмоопасно, весь бы поцарапался. И вот гортензия у меня зацвела в этом году, уже такой большой куст. Особо ничем не удобряю, вот как-то климатитом хорошо они себя чувствуют на этой клумбе. Мне очень нравится вот такая расцветка цветов. Ну и на соседние у нас. У меня таких нет цветочков. Вот можем посмотреть на соседний. Потом хорошо смотрится, когда много вот таких вот желтых цветков, как полянка такая. А вот у нас роза зацвела. На розу тоже тля нападала. И пришлось обрабатывать ее. Ну, вот такая вот роза. Мелкие цветочки такие. Ну все, посмотрели, какие тут новости у нас на клумбе. До следующего раза покажу, что нового появится и какими красками зацветет наша клумба. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Елена. До новых встреч!